Всем привет, друзья! С вами опять я. И сегодня я хочу провести такой эксперимент с картошкой, как посадить ее на зиму. То есть, ну, не совсем как бы на зиму посадить, а убрать до зимы, где-то в начале декабря, в конце ноября, то есть вот этих вот месяцах должна быть, по идее, молодая картошка вырасти. Значит, никогда я таких экспериментов в жизни своей не делал, никогда мы так поздно не садили, то есть в нашем регионе, в этом климате второй урожай собрать никто не собирает, вот. Но как-то раз ехал я по работе и подобрал попутчика, то есть, вот, попутчик оказался дед, 80 лет, вот, ну, на первый взгляд, как бы ему не дашь эти 80 лет, а дашь где-то лет 60. Он такой худенький, жилевый, еще и с этими сумками, с такими большими, пустыми, ехал, вот. И разговорились, он говорит, я сажаю картошку на зиму. То есть осенью, где-то в сентябре месяце, начинаю садить. Огород вообще не пашу, то есть садит он лопатой. Садит он картофель самый большой, ну не такой, как мы садим посадочный картофель, такой как, ну, куриное яйцо, вот, а самый большой, какой у него есть, вот такой он садит. То есть садит в сентябре, убирает, вот если еще теплый декабрь, то вообще классно, если еще морозов нету. Вот потом этот урожай как бы собирает, едет в Киев на рынок овощной, и там эту картошку по хорошей цене разметают за 10 минут. То есть, ну, такой своеобразный бизнес у деда, ну, молодец, конечно. Насколько это правда, как бы хочется, конечно, проверить. Я это проверю. Вот, не сожрет ли ее колорадский жук и так далее. И вообще, сойдет ли она. И, ну, хочется проверить и вам показать. Значит, кроме этого, еще этот дед рассказал, что он сыроежка. То есть, от, ну, по нему смотришь, а ему, ну, выглядит не на свои года, как говорится, выглядит моложе, намного моложе. Он говорит, что я, то есть он, его дочь там и еще кто-то, они люди сыроежки, то есть едят все сырое, ничего не жарят, ничего не варят. Картофелину обчистил, помыл, натерку натер, взял там, кто там, свеклу ту же самую, так сделал, там чем-то заправил, и вот так он, они питаются. Ну, на эту тему много мы не поговорили, так как он уже вставал, вот, ну, дед такой интересный. Вот, еще хочу рассказать по поводу погоды, то есть погода у нас, жара неимоверная, огород насколько высох, то есть после картошки, там где картошка посажена, земля как пыль, хочу посеять же все-таки горчицу, но погода не дает, то есть дождей нету. Давай, еще аллергия там меня мучает. Дождей нету на первые две недели. То есть, ну, поливать смысла нет, так как скважины нет. То есть, а с центрального водопровода брать это по счетчику влетит в малую, немалую копеечку, как бы, вот. То есть, не знаю, что с этой горчицей получится. Уже купил, все есть, только сей барану и жди, пока она вот вырастет. Ну, ничего. Что будет, так будет. По-любому ее посею, зайдет, не зайдет. Как бы подожду еще пару недель. Может, уже это и поздно будет. Ну, я ее посею. Взойдет, взойдет. Не взойдет, что поделаешь. Так, ну что, пошли садить картошку на зиму. Пошли. Короче, друзья, вот такая картошка. Это прошлогодняя. Я не знаю, что с нее будет. Вот так она поросла. Лежала немного. А это та, что собрали в этом году. То есть посадим рядочек такой и рядочек такой. Ну и посмотрим, что получится. Я ее не выключал.
меня снизу как камень вообще. О! Еще не садили, уже урожай. Так, ну что, поехали. Блин, я не знаю. Поливать еще нужно будет. Рядок будет то, что в этом году. Тут, короче, в перемешку и красное, и белое. Потом, может, завтра полью, сегодня уже. Ехать, короче, надо. А может, и сегодня полью. Дай бог, чтобы что-то там выросло. Сейчас колея стоит 600 мм, то есть на спашку, там на баранование, на ту же копку картошки. Вот. И потому так трудно ловить. То есть, чтобы загортать нормально, нужно колея 800. Ну, я не стал это делать. То есть. Ну, это, друзья, как бы первый мой эксперимент. Вот, второй будет, значит... Хочу тоже попробовать пару рядков, там сколько получится, посадить картошки на невспаханном поле. То есть, ну, я, конечно, буду вспахивать весь огород, но оставлю такой кусочек, то есть, ну, потом позже покажу. Для того, чтобы ее не пахать, не ворушить ничего, вот, а весной, дай бог, доживем, посадим там тоже картошку на этих невспаханных участках и тоже сравняем результат, там, где вспахано на зиму и там, где вообще никто ничего не трогал, то есть, нарежем кучником этим борозды и прямо в эту твердую землю посадим картошку, то есть увидим, как что к чему. Ну, как бы на сегодня все. Всем удачи, хорошего настроения, мира и всего самого хорошего, друзья. С вами был Юрий Сербин. До новых встреч, всем пока-пока.